вот так вот возьму, вот, подкину рядом, да? Нет, на нее пошел. Поняли. Алло. Задолбали нахуй. Ой, блядь, здесь вот видите, ведет, наверное, сидит. Ага. Сидит Раташка, блядь. А там нихера. Ну, короче, это бесполезно. Так, о, ко мне как раз червячок выползать пытается. Давай, иди сюда, дрись. Да-да, сейчас мы тебя оденем. Вот так оденем и пускаем наяривает, вот шевелится прямо, классно. Давай. Да задолбали нахуй, кто там звонит мне, блядь? Какие-то кредиторы, блядь, добрый день вам, какая-то хуйня. Да. Да заебали вы нахуй. Так, перекинем сейчас. Ой, сидит, сука. Он один раз, видать, дюкнул чуть-чуть. И уже так заглотил, блядь, он этого червяка. Уж, блядь, до самой жопы. А я думаю, что не клюет? Видите, сейчас вот, оп, сюда. И ждем. Давай сейчас. Вести еще. Начинай чуть-чуть сильнее. И вытаскивай. Наверное, сидит. Нет, не сидит. Трава мешает. Вот это. Там вчера мышь она была, кто видел? Большая вот такая. Сегодня вроде она опять там шуршит. Комаров не очень-то и много, но присутствуют, друзья. За раз 4 штуки. Поклевки обрезала.
Куда что делось? О, начинает потихонечку, ага. Давай, красавчик. Давай. Она сидит. А-а. Не сидит. Давайте мы, короче, сейчас оденем посильнее. Посильнее оденем. Червячка. Давайте. Сейчас проверим, что будет делать нам живой червяк. Видите, эта херня такая висит, обглоданная. Нифига не шевелится, видите? А вот этот прямо интенсивно шевелится. Это значит живчик. Сейчас проверяем. На, оп, сюда смотрим. Раз, два, три, четыре, пять. Вот видите, на живчика пошло. Может быть, и на ту удочку попробовать живчика нацепить. Друзьяшки, а? Как думаете? Сейчас я, наверное, попробую туда тоже живчика одеть. Туда сейчас живчика, хоп. Сейчас, короче, здесь вот так удочку ставим, ту берем, вытаскиваем. Здесь пускай клюет, она нафиг, если будет клевать, то она попадется, один хер. Нам сильно бояться нечего. Но здесь он тоже, кстати, живой, друзья. Видите, там-то ведет так. Сильно ведет еще. Вот, блядь, сейчас в траву заведет. Ладно, сейчас дадим ему чуть-чуть воли. Ладно, этого сейчас закинем вот сюда. Вот так закинем, положим сюда. А это возьмем удочку, проверим. Сидит. Вольно пошел, короче. Заглотил кого хотел. Видите, целиком, блядь. Заглотил, уродец. Заглотил, сучонок, целиком. А это поближе сейчас подтянем вот так. Оп, опустим. Ну, сюда положим. А здесь наигрывает. Давай. Объел, что ли? Ой, там пошел на живчика. Живчик здесь тоже заработал. Ну-ка давай. Ага. Есть. Оп, и там давай. Давай. Оп. Есть, покрупнее. Так. Оп, на две вытащили. Ладно. Стоять, засранчик. Стоять. Ты от нас не должен уйти. Ни в коем случае. Сейчас мы тебя заберем. Айда, оп, красавчик. Айда. Теперь мы еще раз убедились, что ротана нужно на живчика ловить. Давай вот сюда опять тебя, хоп. Вот сюда поближе кинем. Здесь вот так положим. Ага. Лежи давай. Так, здесь у нас выползает кто-то. Так, что у нас здесь с леской? С лесочкой, что у нас здесь? Добавим живчика, давай. Давай.
Угу. Чокнул. О, только закинул, уже здесь пошло опять поддергивать. Травушка у меня. Так, что у нас за смс-ка пришла? Ой-ой-ой, там пошла мазута у нас. На неклюющую. Ага, идет. Вау! Классный. Нафиг, айда сюда, красавчик. Красава. Ой, натукливать стало. Аж положила. Давай, айда, айда. Ах ты, сошел, сука. Травушка-муравушка мешает. Сейчас мы этого вытащим. Аккуратно. Давай, вытаскивайся. Угу. Так. Ладно. Сейчас сюда же опять хоп. Сюда ее ложим. Здесь перезаброс. Так, здесь перезаброс. Перезаброс, да? Угу. Можно добавить еще какого-нибудь живчика. Для более внушительного призыва. И вот сюда. Бабах. Здесь вот так ложим. Сейчас опять у нас дождик должен бабахнуть. О! Вот так, ага. Сейчас, наверное, коробочку достану свою с крючками. Чтоб на ней сидеть можно было. Так. С воблерочками. Во! Теперь гораздо удобнее сидеть стало. Угу. Можно чайку плеснуть. Чай плеснем сейчас. Вот третью кружку додоню сегодня на рыбалке. Термос это зашибись. Четко, короче, друзья. О, с термосом вообще классно. Весело. Если есть чай, то вообще классно. Чай настроение поднимает теплый. Ты куда выползаешь, засранец? Давай закроем вас. Вот так прикроем. Значит, заряды там хорошие. Давай вот здесь перекинем. Вот здесь перекинем. Сейчас вот сюда. Так, перекинули. Можно сказать, шевельнули. Перезаброс сделали. Видите, уже вести начинает. Не дергая. Просто поплавок вводит. Ага, вот здесь пошло мазута. Давай, давай, давай. Айда. Оп. А, никого. Так, что, ну-ка давай перезаброс. Проверка. Подожди, вам что там было? Что за ротанус?
Угу. Давай надалбливай, надалбливай. Здесь перезаброс. А, не успел я. Здесь прямо это классно дернуло было. На неклюющую. Может, он и заглотил. Доски везут. Либо какая-то обхоя. Вот здесь проверяем теперь. Наверное, насадился он. Ага. Насадился, друзья. Так. Давай открывай свой рот, чтоб червя отдал. Молодец, красавчик. Давайте сюда вдалбливаем. Здесь ставим вот так. Здесь проверяем все. Опа. На жарёшку-то уже есть. Сейчас время глянем. Время у нас без 15:08. Дождь. Но я думаю, дождя может и не будет сильно такого. Ха-ха. Видите, влажность-то это. Откуда ей взяться? Но в течение полтора часа точно не будет, я думаю. 100% влажности, если только ветер не придет. Что-то перестали, наверное, отошли. Странно. Страннейшая земля. Странные дела творятся, друзья. Какие-то червяки стали обвисшие, не болтающиеся. Может пересадить, может я его крючком прямо в сердце убил. На пруду штиль. Да что за фигня, друзья, вот сейчас попробуем опять живчика насадить. Давай проверим, короче. Не поленимся. Вот видите, здесь-то толпа червей. Червей-то толпа. Ой-ой-ой, а там тюкнуло. Видите, там тюкнуло. Тюкает, давай положим. Сейчас проверим, что будет здесь. Давай, опа, айда. Ага, есть хорошенький. Такой... уже более минский. Таких бы побольше. Было бы классно. Вот. Давай, иди на место. Ну, сюда сейчас добавим живчика. На этот и на тот крючок. Давай. Фу, бля. Слюни липкие, блядь, после чая. Вот так, хоп. Сюда кинули. Закрываем червей. Там смотрим. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь.
Да, не хочет пока что. Вот, захотела. Пошла жара. Блядь, зацеп за веточку. Леткой. Испортил поклевку. Ну-ка давай туда подкинем его обратно. Вот сюда вот. Оп. И вот сюда вот так положим. Вот здесь пошло на второй. Долбануло. Давай. Оп, айда. Ага. Хорошо утопил, ну блин, дрищ какой-то. Промазал я его. Вот здесь сейчас будем проверять, есть конец живых. Так, вот здесь пошла мазута. Поклевывает. Давай, топи. Топи, друган. Я тебя подниму. Давай проверим. Ага, сидит маленький. Как бы их называли пиздронами. Чаёк сегодня у нас снова с комарами. Что за белиберда, не пойму, друзья, вот перекидывать что ли ей надо как-то. Живность червя нарушается и все. Что за проблема, да? Не пойму, или места надо как-то это менять. Не ясно мне. Так, что у нас там по батарейке? По батарейке две точки осталось. 21 гига осталось в памяти. 21 гига. 21 гига это нормально. Это снимать еще можно. Я скажу сколько. 2500 это 15 минут. Посчитаем.
Ну, 2 часа точно. Да вообще не понимаю, что за ерунда-то. Опять Живаева надо. Живаева. Давай сейчас поставим Живаева. Здесь-то уже клевало на них. На этих червячков. А может щучка какая подошла? Может еще кто? Кто пугает их? Чтобы они не клевали. Может, крупный ротан. Смотри, живого поменял. Добавил. Ничего не изменилось. Никаких поклевок. Может, он отошел. А может, он к берегу наоборот подошел вот сюда. Может, надо его проверить. А может, я их выдернул всех. Осталось пару штук, которые не замечают червя. Штук 30, наверное, я уже поймал здесь. Вчера 38 было. Ну. А, плюсально. За пальцы грызут. Вот сюда проверим. На дно лег. Поменьше глубинку сделать. Может быть, у них активность закончилась. Клёво. Ты куда пополз? На место давай. Полосатый. Вот только за телефон взялся, блин, сразу клевать начал. Оп. Нормальненький. Пойдет. Друзья, он его еще и заглотить успел, прикиньте. Червяка длинного моего. Коршун полетел. О, кто-то вот здесь дёбнул. И вести начинает потихонечку. Давай. А, фиг вам называется. Вот сюда же. На место тюкнул его. А здесь повел. Давай, да? Оп. Тот же, наверное, ушел.
Угу. Опять повел. Ведет, ведет, ведет. Давай, 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 давай. Интенсивность клево, слабая. Давай, айда. Угу. Вообще мелкаш. Мелкаш, 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 мелкаш. Давай туда. Закидываем. Ложим удочку. Идем за мелкашом. За малышом. За вот этим. Ай, блин. Давай сюда его опять перекинем. Они не шугливы, хротаны. Не боятся этих ударов по земле. Угу. О, так а у нас червя-то нету, тю-тю. Опа, вообще тю-тю, прикиньте. Нам придется его переобувать живчиком. Таким толстячком сейчас мы его побалуем. Карась должен на такого ловиться был. А не на ротана эти червяки. Тюкает кто-то. А, туда же давай. Фу, бля. Мелкаш, мелкашонок. Так, что у нас на ютубе творится? Так, 41 подписчик осталось мне до 1000. Да. На обе плюет, на обе. Ну, на вот это, наверное, что-то посерьезнее. Но вот эту, наверное, посерьезнее кто-то. Айда, оп. А, нет, мелочь. Мелкаш, блин. Так, ладно, давай. Сейчас мы тебя обратно забубенькаем. Хоп. Так, здесь вот так. Где ты? Вот ты. Айда, сюда. И здесь что-то вот. Пошли, хоп. Ага, мелочь. Такая же, блин. И так же сам слетел с крючка. Где ты? Вот ты. Давай на место иди. Ой, там тюкнуло прямо красиво. Пошли. Ага, фиг. И здесь вот пошло опять. Может, подошли косячком?
Они, может, вокруг озера наяривают косяками. По разу тук-тук там. Тук там и тук-тук тут тут. Ну да, ну чё, перезаброс, живчика одеть. Давай оденем живчика, ёптать. Чё, нам долго, что ли, одеть червя? Айда. А, сошел. Перезаброс. Да ё-моё, чё вы? О, там тюкает. О, получше. Получше пришел. А здесь чё у нас? Чё у нас здесь? Ладно, сейчас этого снимем. Стоять. Стоять, открой рот. Ну и чё здесь-то у нас? Объели, не? А, может глубину поглубже сделать? Кстати, я же убавил, блин. У меня была-то она вот такая где-то. Вот так сейчас сделаю и проверю. Может будет с глубины идти? Может куда в траву попадает? Ниже. Листьев мудореза. Thank you.
Вот здесь пошел опять. Блин, здесь удочка скатывается. А, да? Ага. Так, здесь поближе подтянем, вот так, хоп. Пускай с самого днища. Проверим. Угу. С самого днища тоже тут упнуло. Иди. Ах ты, блядь, зашел. Сейчас у нас вода большая, там, где щуку можно ловить. Как бы это не особо она будет ловиться сейчас. И мутная. Через месяца полтора можно будет уже нормально пытаться ловить ее крупную. Чего у нас тут? Сибирский бродяга пишет. В группу. Угу. Привет, Саня, я не могу быть на премьере. У меня интернет слабый, раз. И два, я нахожусь на рыбалке. Вечерком посмотрим, что там. Если время будет, Санек. Ссылочку мне кинь, я потом пройду, посмотрю. Thank you.
Обалдеть, друзья. Поклевочка пошла. Даже не почувствовал, что он висел. Чувствую, скоро у меня батарея сдохнет, друзья. Как бы еще три штучки есть у меня батарейки, но хочу вам сейчас пересчет рыбы сделать мелкой, но все равно рыба. Видите, сколько тут их? Один нормального видно. Здесь видно 2, 3, 4, 5, 6 ротан, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 20, 22, 24, 25, 26, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41 ротан. И один вот такой чебачок, елец. Уже больше, чем вчера. Но у меня еще там было 3 ротанчика. Это получается 44 было бы. Ну а так 41. Нормально. Уже побил вчерашний рекорд. Но вчера крупнее было, больше ротанов. Вот такие дела. Блин, перезарядкой заняться, червячка приготовить, вот сюда забабахать хорошего живчика. Я вижу, он вообще не живой. Ай, что-то в палец у меня крючок чуть-чуть бабахнулся. Вообще не живые. Салат, да, сюда живиндра вот так чуть-чуть оденем его на краешек и забросим вот сюда, вот так, хоп, кинем, ложим, ждем. И вот эту перезарядим. Здесь тоже давно не заряжали. Здесь тоже он не шевелится нифига. Не живец. Тоже за краешек его оденем. И вот сюда бабахнем. Себе кто-то пролетел. О, пошло наживка. Угу. Снял, наверное. Скорее всего, сняли его. Проверим. Нет, висит червяк. Вот сюда его, хоп. Не в то место кинул, короче. Сейчас в то место кину. И вот эту вот глубину сменю.
На глубину просто надо поменять, меньше сделать сантиметров на 10. Так, и кидаем. Проверочка. На интенсивность хода. Глубина. Где у нас тут глубина рыбы? Идет пешкаря, кто-то он ходит. С рыбалки идут. Угу. Глубину только сменил, пошел. Че, кого поймали? А как у вас? Да, маленько ротанов. Ну, мелкие. Был там я, нифига, три вот таких поймал, выкинул, да и все. Угу. Не, карася вообще не слышно. Карася надо в этих, в туралах больших ловить. Ну, я тоже. Там ловится, хорошо, у меня сосед вчера полтора ведра там вытянул. Угу. На донку, если в соцпиннинга с середины, то там лапти под килограмм идут. Ну, я тоже, что-то. Ну. Что, даже удара не было? Даже. Так, перекинем. Ё-моё. Да, рыбалка, она непредсказуема, она и такая рыба-рыба. Считается нормальная. Я могу и гальянов идти ловить. Для меня тоже это рыба. Самое главное процесс поймать. Потом и скушать, не выкинуть. Вот таких ротанов, если их в ведро наловить, с них можно офигенную консерву сварить. Только почистить можно. Вот хороший как бы тюкнул. Друзья, нормалек. Нормальчик. Прям классненький ротанчик. Вот уже 42-й попался ротан. Здесь подтянем поближе. Осину, что ли, КамАЗ везет? Нет, березу и осину. КамАЗ осинника поехал, блин, с прицепом. Куда нужны такие бабоебы? Так попробуем ближе засандалить. Вот сюда и так поставим.
Угу. Давай, иди. Айда, айда к папке. На сковородку. В порт. Айда. Оп. А. Собачка. Да Угу. Поддалбливает. Давай, 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 давай. Иди. Оп. Хрен. Ладно. Перезаброс. Ты тут тоже перезабросимся. Сюда вот так, хоп. Вот тут пускай поставит пока что. Да ё-моё, не хочет нифига идти на этот крючок. Ладно. Сейчас мы вот эту подкинем туда. Проверим вот это. Везучая удочка. Друзья, знаете, что мне надо сделать? Мне надо попробовать чесночка туда добавить. Ага. Добавим сейчас чесночка. Пойдет на чесночок, нет? Вчера-то он нашло на чесночок. Берем чеснок. Жо нас подпортился, да? Чё-то. Как-то. Так, одна. Так, вторая чесночинка. Так. Сейчас вытащим крючок. Да, там, походу, уже идет циклон. Сейчас проверим. Вот сюда кинем. Будет идти на него, нет?
И вот здесь так же самое сделаем. Любит у нас ротару чеснок или не любит? Ротан ротару. Кто-то тютюкает помаленьку. Давай, кто тут? Ага, ротанчик. Видите, на чесночок пришел. Кстати, они его и слупили. Они слупили чеснок, блин. Но черви пахнут чесноком. Сейчас мы вот сюда вот так поставим опять. И достанем чесночок. Чесночок достанем. Подрубим его. Ага, опять поклевочка пошла, поддалбливает на эту же удочку. Слабенько как-то. Давай, давай, давай. Положил. Блять. Положил этот поплавок аж. Сейчас возьмем чеснок. Нацепим его аккуратненько вот так. Хоп. Сюда вот так. Для новизны запах, чтобы был. Аппетит вызывает же он у нас. И у них, наверное, вызывает. Чего бы и нет. Угу, повел. Блин, повел и чеснок съел, прикиньте. Так, ну-ка давай оденем еще чесночинку. Так не клюет. А чесночинку давай оденем. Угу. Сейчас мы ее оденем побольше. Прям вот. Вот так, прям сюда. И проверяем. Хоп. Без чесночка как бы не шел. Не клевал сильно. Сейчас смотрим. Так, что у нас здесь? О, уже скоро сдохнет, ребята, прямо через несколько минут. Даже, может, секунд. Короче, уже 14 гигов осталось. Так, но все равно что-то не подклевывает. Может, сюда надо? Блять, зацеп. Так, поближе кинем, пускай стоит. Вторая жертва,
Блин, не хочет ни хера вылазить. Можешь сматываться мне, а? Что там он? Облачность какая повышается. Наверное, буду большую удочку сматывать. Вытащили. Чеснок не помогал ей. А там он повело. Ладно, сейчас сниму червя. Ведет там, друзья, ведет. Ай да. Ах ты сошел, блядь, к берегу прям пошел. Ладно, хер с ним. Сейчас еще, наверное, на ту удочку сгоняю, попробую к трубе кину несколько раз. А может, бесполезно будет к трубе. Вести опять начинает, видите? Прям видео, давай, ай да! Ага, есть ротанчик. Оп, 44-й. Складник надо на место положить. Застегнуть кармашек надо. Так. Черви пока здесь пускай лежат. Камерная запчасть. Носок сюда положим. Так, пока носок сюда. Так, сейчас термос забабахаем. Термос сюда бабахаем. Вот так. Термос, коробочку с крючками, сюда бабахаем, ой, открылось что ли, точно, открылось, блин. Это сюда, вот так, пускай лежит пока, угу, носочек сюда. Так, червя, наверное, дадим покрупнее. Живого. Живого червя дадим. И попробуем сейчас, друзья, подойти мы к трубе. Да, к трубе дойдем. Потому что возле трубы есть чебар. А по информации, недавно узнанной мной, чебак более охотно идет на чеснок. Сейчас проверим, други. Вот сюда вот надо нам сходить.
прям вот сколько тут? Метров 30 до трубы. Идем. Сейчас посмотрим. Так, к трубе подойдем и проверим, есть там поклевка, нет. Ну, чебак уже как бы в такую темень сильно-то и не идет. Но он там стоит, вон видно. Видно маленькие всплески. Всплески есть. О, видели, сколько сразу прыгнуло его? От поплавка. Спуститься ниже туда. Вы видели сколько? Он сразу, блядь, уходит. Он топота боится. Сейчас проверим вот так. Хоп. Хоп. Присядем. Подождем. Будет что, не? Десяток бочебачков. Нормально было бы. Вот и дождь пошел. Которого я и ожидал. Ладно, друзья. Пойдем мы домой. Сейчас вот тут сюда еще подойду, разок кидану, просто без топота, всякого топота, хоп. Все, никто не хочет, друзья. Ладно, хер с ним. Сматываемся. Хоп. Хоп. Вкладываем леску. В ее законное место. Снимаем чеснок. Сняли чеснок, крючок, одеваем, выключаем.